Театр «Контраст» был основан 4 мая 1974 года, а уже в 1980-м коллективу было присвоено звание народного коллектива, а 21 декабря 2010 года – звание «Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации». Бессменным руководителем театра является режиссер Николай Николаевич Горячев. «Контраст» на протяжении 4 десятилетий остается одним из лучших любительских коллективов с такой многолетней биографией и сохраняет завидный творческий потенциал. За 40 лет деятельности самодеятельными актерами было поставлено более 45 спектаклей. Пьесу «Дорогая Памела» муромский зритель видит не впервые. В 2012 году спектакль стал лучшим режиссерским спектаклем в рамках областного фестиваля любительских театров «Театральная весна-2012». Дипломом за лучшую женскую роль была награждена Марина Чепелюк, а за лучшую мужскую – Юрий Иванов. Но сегодня в зале не было свободных мест. Актерам после спектакля зрители аплодировали стоя. Редкая возможность увидеть на сцене сразу всех актеров театра «Контраст». Такое осуществимо разве что в день рождения. Поздравления и подарки эти люди сегодня принимали от главы округа Муром Евгения Рычкова, который посмотрел спектакль из зрительного зала. Я сегодня перед зале ощутил себя не в маленьком Муроме, а в столичном городе, в котором есть театр. И мы как-то обсуждали такой главный вопрос, что театр – это и палеты, причем у города, потому что город без театра – это провинция, а театр, город с театром – это почти столица. Знаете, я когда проходил своего места зрительному, прошел через кулисы, и вот там Николай Николаевич очень нервно ходил, отмеривая шагами от одной стены к другой, и я понял, что Николай Николаевич прячет свою седину в волосах, прячет свои заслуги, все еще юн душой переживает их артистов, и поэтому я верю, что театр будет жить, будет развиваться, будет радовать нас своими спектаклями. Дипломы, цветы и подарки, заслуженные аплодисменты получили все члены коллектива театра «Контраст». Николая Горячева поздравил и представитель депутата Государственной Думы Игорь Егошина. Приятный сюрприз руководители театра устроили его бывшие актеры. Но после сегодняшней постановки некоторые из них выразили желание принять участие в будущих спектаклях. Ольга Килешина, Николай Молодёнов, Новости 24, Муром.